судьба сталкивала меня с разными людьми, и я благодарен Богу и судьбе, что так получилось. Ну, я многие матки тане Суомен, хан кохтаси суомалайсия, и киитос Тайван Исарики тästä ohjeesi tähän hänen. Вот примерно таким образом мы в свое время познакомились с Виолой Хейстенем, Вейко. Тутустимедгиканса. И также я нашел очень много других знакомых в Финляндии, которым очень рад. Я paljon muitakin tuttuja Suomessa ja hämtyllään iloinen siitä. Отчасти этому помог Российско-финляндский культурный форум, который проходит каждый год, ежегодно. Joka vuosi täällä pidetään kulttuurin Suomen ja Venäjän kulttuurifoorumi, ja sinne hän sai paljon tuttavuutta ja tietoa. И туда собираются представители двух стран. Sinne tulevat Venäjän kahden maan kansalaiset ja edustajat Suomesta ja Venäjältä. В основном это представители культуры. Kulttuurihenkilöitä eniten. Историки, музыканты, музеи веды, библиотека веды, литераторы и артисты, культурный слой. Näyttelijöitä, kirjastonhoitajia ja muita ihmisiä, jotka liittyvät kulttuuriin. И пользуясь случаем, скажу, что любое официально зарегистрированное объединение, будь то в России или в Финляндии, ну, например, Инкери-клубе, может участвовать в этом форуме, подав заявку за благовременно. Такая возможность всегда есть. Вот этот человек удивил меня в свое время